Здравствуйте, дорогие друзья! С вами с утра, как всегда, фирма Петерсон, и я, Эдуард Петер. И я вам говорил, что у меня рядом лежит всегда планшет с подушкой, да, там на тумбочке. И как только у меня рождаются какие-то идеи, я сюда в блокнотик записываю. И вот, проснувшись часа в три, что-то на меня нашло. Ну, наверное, потому что продался уже почти, наверное, уже шестой или седьмой раз дроны продаются у меня очень быстро и каждый день. И я подумал, что тема дронов на шатре не совсем раскрыта. Ну, как бы там есть, конечно, есть красивые фотографии, но чего на шатре нет, тем не менее, мы же снимаем, да? То есть тут так, лотерея, кто что найдет. И я решил заняться дронами вплотную. Тем более, что вот посмотрите, что я себе написал. Пока что, сколько может возникнуть разных тем. Можно фотографировать на земле сломанные дроны. То есть летел, упал. Да? То есть, а таких у меня много будет. Потом можно фотографировать ремонт, можно фотографировать моделирование, как я вот моделировал, я же не снимал процесс, а запчастей Сергей мне прислал очень много, поэтому я думаю, что тут море израильванное. Потом вот я фото с моста написал себе, фото на провальном озере, фото на Рейне, руки, держащие путь. Оксана, руки буду снимать свои, да. Кукурузное поле, там или какое-то другое сельскохозяйственное, щит где-то, пусть нельзя дронов летать и так далее. Это первое, что мне пришло в голову, я сразу это записал, чтобы не забыть. А так как дронов у меня уже сейчас раз, два, три, и завтра придет еще один, четыре, то вариаций может быть множество. Еще раз я посмотрел. 2700 страниц, по-моему, про дроны. Не про съемки дронов, а про сами дроны там, хотя там все вперемешку. Поэтому есть шанс воткнуться в это сообщество. И мне это интересно, скажем так, потому что всегда можно что-то по-разному придумать. Допустим, сегодня я затеял фотографировать уже дрон с пропеллерами. Крутящимся, мне надоело все в фотошопе делать, да, думаю, да я сделаю, попробую, вот. И вот я сейчас вам покажу, что я придумал. Ну, тут вроде бы как всегда все, но в этот раз я решил хитрее сделать. У меня есть такая манфроттовская палка длинная, я ее закрепил в потолок, а то негде поставить другие инструменты, скажем так. Так, тут у меня просто подвешивается кулечек, а здесь это самая удочка, на которой я сейчас привинтил вот этот самый дрон. С этой стороны я ставлю софтбокс. Так. Включаем. Так, ставим на мастер М3511. Так, здесь у нас с вами что стоит? Сейчас посмотрим, что у нас стоит тут. У нас стоит 1/30. Так, 10 и ISO 400 хватит. Так как стоит на штативе, в общем-то, не помешает ничего. И лежит у нас с вами управитель с этим дроном. Так, как только он перестанет мигать, это нам скажет о том, что он подключился. Вот так, он включен.
Ну и теперь самое интересное, мы ставим его на маленькую скорость. Вот так. И начинаю снимать. Вот, пожалуйста, дрон с пропеллерами вертящимися. Красота. Если я сделаю чуть побольше, он начнет потихоньку вращаться. И все эти вращающиеся стороны я спокойненько фотографирую. Вот, пожалуйста. Видно, да? А потом мы пойдем в Photoshop еще. Так, какие плюсы будут для вас? Для меня это понятно, что я буду снимать это, пока не надоест. Ну, надоедает мне быстро, вы знаете. Но тема благодатная и интересная, и она зовет на воздух. То есть вы понимаете, о чем. Мы постепенно с вами будем переходить к натурфотографии, то есть к ландшафтной фотографии, потому что ясно, зачем же я буду выбрасывать эти фотографии. Я тоже поставлю на сток и заодно буду подучиваться. Для меня, я говорю, что эта тема абсолютно новая, я никогда не снимал ландшафты, мне это было неинтересно. А сейчас я буду снимать с точки зрения, как я буду туда вставлять дрон. Это очень интересно тоже, и получается неплохо. Вот, посмотрите, вот некоторые снимки я уже сделал. Я взял вот этот фон свой, вот этот, и на нем сфотографировал два вот таких снимка сделал. Вот. Так-то фон известной картинки Нью-Йоркской, это этот бридж известный, да? Поэтому я их поставил в редакциональное, впервые в жизни. Ну, вы же меня убеждаете, что оттуда там начнется продажа когда-нибудь. Ладно, поставил. Но больше мне нравятся вот эти. Вы помните, мы с вами фотографировали с горы, да? Вот, я сюда еще поставил белый дрон, там оказался очень к месту. И вот мне нужны именно такие сейчас пейзажи. Не просто вот пойти на закате солнца, хотя может быть. Но мне надо виды сверху. Поэтому мы с вами полезем опять на гору. Мы с вами полезем на мост. Мы с вами поедем к озеру. Очень интересно, есть озеро здесь невдалеке. То есть мы здесь сейчас в окружности будем искать такие интересные места и ездить фотографировать. Я думаю, для вас это как и по катушке будет интересно. Ну и если что-то в фотошопе надо будет показать, то я покажу. Кстати, о фотошопе. Вот сейчас я вот эту фотографию прямо отсюда возьму и посмотрю, можно ли обойтись там без обработки. Я постарался так, чтобы обработки не было никакой. Потому как сотка, она дает очень хорошее боке, очень красивое боке дает. И поэтому, я думаю, мне вполне будет достаточно того, что я сфотографировал. Но я уже с экранчика вижу, что там может быть очень даже и интересно. То есть, ребята, в ближайшее время готовьтесь только к этому, что будут покатушки, будут съемка этих ландшафтиков верхних, и будет фотографирование дронов и слева, и справа, и сбоку, и снизу. То есть какие-то идеи будут. Когда будут новые идеи, я вам буду показывать. А, допустим, вот если снял, так я, ну что я вам буду, белый, черный, зеленый, коричневый показывать? Нет, вы будете уже знать, как я вот это снимал. То есть практически это не обучение, это практика. Посему я и поставлю в практику. Я не знаю, это вы мне должны сами сказать, как это оформить. Но об этом позже. Давайте сначала в Photoshop пойдем, посмотрим. Итак, что мы с вами видим, дорогие друзья? Мы видим дрон, который довольно-таки, я считаю... Так, что это не то совсем. Да, довольно-таки резко получился. Вот передняя стойка, ясно, что она
натурального развода. Но главное, вот камера и вот эта часть, она все. Так, немножко с кадрированием мы с вами сразу поиграем. То есть переведем его вот сюда. Так. Вот так. Хорошо. Следующее, что нам надо будет сделать. Ну, естественно, вот это мы сейчас с вами быстренько репаратур. Вы видите, я вернулся к своей версии. Пятая. Ну вот, я не знаю почему, я, наверное, к ней привык или что, но она мне безумно нравится, и прям я после этого CC перешел обратно на нее и вздохнул с облегчением. Думаю, ну елки-палки, наконец-то. Я вернулся. Я вернулся. Да, я вернулся. Так, сейчас мы это дело все поправим. Вот так. Даже вот так, наверное, можно сделать. Вот так. Ну, а здесь просто блямкнем. Вот так. Так, и посмотрим. Вообще тут чуть-чуть, чтобы не было совсем ничего заметно. У меня, видите, сейчас один всего лишь. Про этот, ну, я его подвесил. Но заодно еще я такой, что вот это убрал. Ну, на всякий случай, знаете. Скажут, лого. Ну, это никакой не лого, просто там стрелка какая-то. Но скажут лого. Выбирайте. Так, какие-нибудь пятнышки поудаляем тоже. На всякий случай. Но не сильно. А то опять скажут, пиши 3D, пиши 3D. Поставил фотографию, они говорят, что надо обозначить ее, что это 3D. Ну, что, доказывайте, что это фотография. Но я написал 3D и все. Ну да, пошли с вами там воевать. Что идиотам доказывать? Так, ну вот и все. У меня здесь написан скрипт, который я нажимаю, он делает немножко резкости, отправляет ее в нужный ордер и в папку, и вписывает туда, где у меня дата информация, вот сюда впишет он все нужные слова, допустим, вот по дрону, да, раз, все, он вписал. Ну, у меня это делает скрипт. То есть, вот, все. Видите, практически очень мало чем. Вот тут. А снимок получился удачный, хороший. Как вы убедились, все получилось прекрасно. Да, вот такой снимок. Я его даже, ну, ничего я с ним сделал. Там, как вы смотрели, да, я только ударил одну единственную лесочку. И теперь у меня к вам такой вопрос. Пожалуйста, я редко прошу, когда, чтобы вы написали комментарий или что. Пожалуйста, напишите по вашему мнению, как это должно быть теперь. Я буду много ездить в этот месяц. Да? И, то есть, для этих фотографий. Как для вас лучше это разделить? Или оставить в целом? То есть, практика плюс покатушка получается. Да? То есть такой какой-то смешанный жанр плюс ландшафт, я не знаю. Поэтому мне бы хотелось услышать от вас это мнение. То ли сделать отдельную тему, и там все эти три темы, ландшафт, этот самый дронный плюс фотошоп, если нужно будет сделать. Мое мнение так, что это в практику. Все поставить, да и все. Но если вы скажете, ну это будет какая-то кися-меся, то я могу тогда покатушку вырезать отдельно и ставить покатушку. Да? Ну, в общем, скажите мне, пожалуйста. Пожалуйста, отвлекитесь сегодня после дачи или не, и напишите мне, пожалуйста. Или вот
одно в практику или практика и покатушка по разным плейлистам. Да? Ну, а я с вами прощаюсь, потому что я сейчас опущу это все вниз и буду снимать сверху. Тоже интересные ракурсы я получу. Ну, до следующего видео. То есть, таких про дроны будет много. Я вас предупреждаю серьезно. Всего доброго, пока.